Дорогие друзья, приглашаем вас на новый курс в онлайн-школе «Русская роспись». Уметь создавать быстрые зарисовки в карандаше, эскизы, иллюстрации – очень полезный навык для художников в любом виде творчества. И теперь у всех, даже у самых начинающих, есть возможность этому научиться у преподавателя нашей онлайн-школы Голубевой Зинаиды. Мы приглашаем вас на вебинар, где мы расскажем об этом курсе, ответим на вопросы, а также вы создадите графическую композицию в карандаше, даже если никогда не умели рисовать. Мы открываем набор на курс прикладной графики и дали ему символическое название «Ретро-графика». Будем изучать с вами не только базовые приемы графики карандашом, но и шариковой ручкой. Это самые доступные и простые материалы. А кроме освоения технической части, отработки приемов работы с линией, штриховкой, светотенью, построения эскизов, вы сможете создать серию винтажных композиций по мотивам русских техник росписи – хохломы, гжели, жёсткого. А также вас ждет урок по бордюрам и оформлению винтажных рамок. Этот курс является первым этапом в освоении иллюстративной прикладной графики в нашей школе. Далее мы планируем продолжение этой серии. Курс будет полезен начинающим художникам, тем, кто впервые берет руки карандаш и кисти и хочет освоить профессиональные навыки владения карандашом, а также мастерам декупажа, скраббукинга или другого вида творчества, в котором вы сможете дополнять собственными рисунками изделия, выполненные вашими руками. Сейчас у нас очень доступная цена, так как это первый запуск. Не пропустите льготный период оплаты, друзья! Более подробная информация и запись на вебинар и курс по ссылкам в описании к этому видео. Мы ждем вас, друзья!